помазание сегодня распадается, ярмо. От помазания распадается, ярмо. От помазания распадается, ярмо. Сегодня мы претендуем на великую силу Божью, на великую силу Божью, потому что благодать Иисуса Христа сегодня изливается на вашу жизнь, изливается на вашу жизнь. Разрушение проклятий, разрушение проклятий. Колдовство, наведенное на вас, колдовство, наведенное, я вижу, на весь род было наведено колдовство, прямо сейчас разрушено во имя Иисуса. Сейчас я разрушаю это проклятие. О мой Бог, во имя Иисуса Христа. Ого, я увидел сейчас, как будто человек, замотанный в простыню, и он находится в каком-то подвальном помещении. И это не человек, это как будто образ человека. То есть как конкретно кто-то колдовал вуду. Прямо сейчас я разрушаю. Прямо сейчас я разрушаю это проклятие вуду. Я разрушаю это проклятие. Прямо сейчас во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа вас живого хоронили. Живого хоронили. Живого буквально взяли и упаковали. Прямо сейчас я разрушаю это проклятие. О мой Бог, во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа, во имя Иисуса Христа, силой Святого Духа, силой Святого Духа. Дьявол, выходи вон, дьявол, выходи вон, дьявол, выходи вон, сатана, выходи вон, сатана. Мерзкий, мерзкий, злой дьявол. Нет больше ни минусы. Благодать Иисуса Христа сегодня мы посажены в небе. Друзья, такое помазание. Я еле стою здесь, потому что это помазание сейчас действует мощно. Действует мощно, разрушаю проклятие, разрушаю проклятие, разрушаю проклятие, разрушаю проклятие. Сильное пошло движение, разрушение проклятия, наведенных проклятий, конкретно посланных проклятий в жизнь. Разрушение проклятий, разрушение проклятий. Дорогие друзья, всем привет. Меня зовут Шел, я с города Киев. И хотел бы засвидетельствовать о славе Божьей, которая произошла на саммите «Четвертое измерение» в 2021 году, в июне месяце. И по молитве апостола Владимира, когда он молился через телеэкран, меня коснулся Дух Святой. Я получил полную свободу от наведенного духа смерти и колдовства. В момент, когда апостол сказал, что «вас заживо хоронили», из меня, начались как проявления, на меня сила сошла, и я начал сильно освобождаться. Из меня реально как что-то вышло. И я понял в этот момент, как проклятие колдовства, наведенного духа смерти, оно как было разрушено. Вот, и я хочу прославить Бога за это. И также пригласить всех, дорогие. Уже началась регистрация на саммит «Четвертое измерение». Вот, и регистрируйтесь обязательно. Обязательно приходите, обязательно, знаете, ожидайте. Бог, Он обязательно двинется, потому что это Его проект. И по молитве апостола через телеэкран Он не творит невероятные вещи. Вот, слава великому Богу!